На 36 миллиардов рублей планирует урезать Росавтодор финансирование строительства трассы М8, сообщает газета «Коммерсант». Кроме того, приступать к реализации новых дорожных проектов в 2015 году не будут, а ранее запущенные стройки могут частично заморозить. Как пояснили в управлении автомобильной магистрали Москва-Архангельск, урезания финансирования не происходит. Все идет по графику. Единственное, закончить реконструкцию дороги дорожники планировали раньше срока. Но это невозможно из-за незаконченных определенных строительно-монтажных работ. Финансирование на эти виды работ еще не поступило. В целом, я что хочу сказать, я назову сумму. У нас в целом объект реконструкции стоит 6 миллиардов 165 миллионов 200 тысяч рублей. Получается, что оставшиеся деньги, они придут уже в 2016 году. Ну, возможно, частично что-то придет в этом году. Возможно. На участке М8, на котором идет реконструкция, расположено несколько объектов. Это 4 транспортные развязки, путепроводы и непосредственно сама трасса. Объемы новых строек будут пересмотрены. Закончить реконструкцию М8 планируют в 2016 году.